всем привет! С вами я, Александр Сычков. Если не играю в свою новую квесточку, это у нас... Какая там часть уже? Не помню уже. То ли третий, то ли четвертый, то ли пятый. Я их не запоминаю, потому что я в YouTube так выкладываю уже. Потому что нефиг делать уже. Как вы знаете, меня забанили за ВАК. Ну, где-то позавчера где-то. После этого я купил... Точнее, не позавчера. Это был... Я не помню день... Позапозавчера, короче. Это было... Какое там, сентября-то? Пятое, что ли? Или... Ну, короче, я не помню. Когда-то давно, короче. И я решил купить новую квесточку. Это понятно, да? И решил... Просто поиграть с ней. Так. Ну, здесь я играю на своем сервере. Почти что моем... потому что админка еще не перенесена на сервер. То есть я, как, ну я даже не знаю, как сказать. Я, считайте, очень долго переносил между серверов. То есть, я, короче, не знаю, как сказать. Я, короче, там мне друзья помогли, которые випами были, которые тоже админами были. Они переносили с того аккаунта, с Нубаса, на мой вот этот вот второй аккаунт, админку. То есть, чтобы я был настоящим админом. И теперь, в общем, что-то из этого получилось. На вопрос, почему меня убивают боты, почему-то такой вопрос у всех. Почему-то такой. Почему меня именно боты убивают? И такой вопрос, ты что, играешь с ботами? Я уже в каком-то там видео говорил то, что нет. Я играю не с ботами. Я играю с реальными людьми, но убивают меня боты, потому что они, ну, немного читеры. Сами боты. Это надо понимать, это уже все понятно. Ну и все, всех убивать, конечно, тоже интересно, потому что я реально начал затащить, короче, блин. Вот смотрите, меня опять сейчас убил бот. Это и как вообще называется? Ну что же я могу сказать? Ну то, что, ребят, я могу вам сказать то, что меня не боты убивают, сами боты. Меня убивают читерские боты. Здесь, на моем сервере, не просто боты. У меня, во-первых, они опытные, во-вторых, они немного читерят иногда. То есть у меня не такие боты, которые в обычной КС-ке, у меня свои разработанные, то есть необычные. Это уже понятно. А, блин, достали. Ну да, здесь вообще, вот, может, вы мне не поверите, но у меня постоянно заполнен сервер. Почему? Потому что на моем сервере играют боты. То есть люди и боты. Поэтому постоянно у меня сервер заполнен. Особенно первый. Так как на первом сервере у меня, ну, половина человек боты. То есть смотрите, если на сервере у меня работает на 32 человека, то есть, то значит ботов у меня где-то, ну, я не знаю, смотря сколько реальных людей на сервере. Например, если только двое человек играет, значит, ну, сколько-то там. 30 человек ботов. Как-то так. Но иногда здесь играют... Ну, на первом сервере вообще играют дофига еще людей. Но все уходят с сервера из-за того, что здесь реально читерские боты, которые через стены убивают, как-то убивают вообще админов, которые там с какими-нибудь тоже читами. Ну, не знаю, ну, это как-то бывает. Хотя, например, бывает такое, я убью бота, а он опять встанет и убьет меня. Такое тоже бывает. Боты реально не КС, не из КС Go, они разработаны нашей системой. Так что извините то, что у нас такие боты. Ну, в общем, как-то так. Так, идем за ним. Блин, ненавижу револьвер, честно. Да уж, стащил. Вот смотри, что ты там сидишь, кемперишь с этим дробовиком. Так, ладно. Ну, не знаю, так скучно, конечно, играть. Давайте возьмем там береты или какие-нибудь... С беретами почему-то у меня тоже лаги какие-то. Давайте его СБшку тогда возьмем и... Что из этого-то взять? Давайте СКАР возьмем. Да, конечно, обидно, да. Вот вы у меня такие вопросы задаете. Обидно ли у меня, что меня забанили за ВАК и скины мои все пропали с того аккаунта? Конечно... Вот вы поставьте себя на мое место. Вам не будет обидно то, что вы собирали, считайте, несколько лет? Я играю в CSGO уже где-то года 3, точно уже.
Потому что с 12 года, посчитайте, это где-то... Ну, понятно, короче. С самого релиза, с бета-версии я начал уже играть и, в общем, тащу. Тащу. Да уж. Ну, чё вы там стоите, не играете какие-то, блин? Да, ну, никто сейчас даже не верит, поэтому у меня ник я поставил, так как Нубас был занят, я поставил себе ник Яни Нубас. Как вы уже знаете, был у меня такой уже ник недавно. Я решил его все-таки установить. Давайте замочим. И УСП-шкой такой. Выходим спокойно. Никого не видим. Где бомба-то? Вот так вот. О, нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Yes! Не знаю, ну кто-то верит, то, что это я, реально. Кто-то не верит. Ну, так как у меня админки нет ни на одном моем сервере, так что немногие верят, то, что это реально я. Так, давайте, я не знаю, с петухом поиграем. Давайте уж поиграем с этим оружием. Ну, не знаю, ну вот как-то так вообще играется. Не знаю, ну, это, наверное, долго будет перемещение с того аккаунта, с того, потому что тот аккаунт, ну, реально, попробуйте создателя сервера перекинуть таким же создателем на другой сервер, другими игроками, ну, что-то типа того. Пока что я наполовину админ. Ну, я типа випов здесь, в данный момент. Пока что мы там разбираемся, наша команда разбирается с ваком моим, разбанится или не разбанится, потому что я в техподдержку уже написал, мне там не отвечают, надо мной там даже немного посмеялись, разработчики, точнее, не разработчики, а как они, вся техподдержка ржала надо мной. Ну ладно, пока что мы разбираемся с ваком, я буду играть с этими скинами, с этими тупыми всякими, хотя, ладно, не тупыми, это хоть что-то. Иногда вообще ничего не дают. У меня хоть какие-то скины. Ну да, я тащить стал круче, потому что я перестал играть с читами, и это доказывает то, что реально я стал с СП-шки даже тащить. То есть я реально тащил. Ну, конечно, это, ну, не знаю, круто, наверное. То, что я теперь буду играть полностью без читов, и видео с читами просто уже не будет никогда. Потому что я не хочу свой второй аккаунт потерять просто, ну, просто так. Ладно, дефузим. Давайте. Мы сможем. Мы все сможем. Дефуз. Ну что ты меня не убил? Ну что же ты? 30 хп мне кому-то оставил, блин. Кто там убивает-то меня? Чё там сел-то? Убил тебя. Ну, короче, тащить с АВП-шки, конечно... У СП-шки, конечно, очень даже просто. Да, ну, конечно, у меня читы остались. То есть, они у любого человека должны быть читы, на всякий случай. Но пользоваться я ими теперь никогда не буду. Потому что реально, я второй аккаунт уже не потяну. Потому что, если вы не знаете, я купил себе 200 КС-очек, Go, дисков. Кто не видел, можете посмотреть на моей странице ВКонтакте, ID 53, 55, 44, 63. Там, короче, дофигища КС-очек. И это было как-то, ну, можно сказать, неожиданно. Ну, вообще, я уже ничему, если честно, не удивлен, потому что я кого-то убиваю, там всю команду я эйсаю. Ну, это потому что все уже известно, все уже... Ну, уже понятно то, что это всегда бывало со мной, потому что все-таки, ребят, я профессиональный игрок, потому что я на турниры ездил по всем разным городам, странам, потому что, ребят, это, короче, вот как-то так. Ну... Про аккаунт, что я могу сказать? Я не знаю, снять ли видео, влог про вопросы и ответы, я этого не знаю. Но на вопрос аккаунта, который забанен в ВАК, потому что вы у меня в том аккаунте, где меня забанили, вы там, наверное, комментариев 1000 написали где-то. 1900, сколько-то там, короче, дофигища комментариев. Я даже не успел еще все прочитать. Но там уже... Понятно то, что вы удивлены, что меня все-таки забанили и, короче, хотите меня разбанить. Вы сами хотите меня разбанить, как? Я не знаю. Вы же не админка никакая, вы никто. Знаете? Вы в курсе?
Ну что я могу только сказать, то что возможно меня разбанит техподдержка Valve, я точно не знаю, но доказательства у меня есть, то что я читерил, но а про то, что я реально читерил, я уж не знаю. Я им покажу видео, если они не скажут то, что это я, типа, они меня не разбанят за то, что я читерил, типа, я читер, у меня в каждом видео почти читы, то извиняйте, но придется в этих скинах этой игры. Потому что вторые скины я не потяну. Еще раз повторяю, я купил 200 КС-ок стоимостью 60 тысяч рублей. Это охренеть. Вообще. Так, опа. Ну все, мы его убили. Че вы там стоите, ребят? Ну, в общем, как-то так. Ну, я вам говорю, я скины не потяну на второй аккаунт. Просто, во-первых, обидно то, что я потерял свои драгонлоры, азимовые АВП и всякие разные другие оружия, которые были у меня с кейсов самые крутые. Да, у меня осталось... Ого! Офигеть! Какая крутая картинка. Ленин. Давайте, гоу. Что я могу вам сказать? То, что если мой аккаунт разбанят, я, наверное, забуду про этот аккаунт второй. И не буду, наверное, позориться даже. Удалю эти видео нафиг, которые со второго аккаунта сейчас я снимаю. Потому что реально позорно с такими скинами вообще играть, если честно. С того раза то, что я играл с крутыми скинами, сейчас я играю вообще с хрену. Вообще с... я даже не знаю, как сказать-то. Вообще с какими-то хренями. О, взорвались. Все. Да-да-да-да, моя команда совсем уже не умеет играть. Но, ребят, это все-таки считайте мои подписчики. Наверное, возможно. А возможно и нет. Так. Ну, с чем вам еще показать, что я тащу? То есть, игра стала вообще неинтересна в КС-ку. Смотрите, все скины... не одинаковые, как сказать, стандартные скины, это не для меня. Мне нравятся типа вот такие вот крутые оружия, разноцветные типа других оружий. Ну, СП-шка еще, ну некрасивая, но все равно что-то среднее. Ну, вообще нормальная, я бы так сказал, потому что с первого раза она выпала. Потому что у меня всего было 3 кейса, а револьвер перезагрузку я получил в подарок от друзей. Ну вот как-то все, наверное, я вам рассказал. Мы играем сейчас на карте D-Train. И, в общем, я пытаюсь здесь затащить как могу. Вообще, если честно. Да, тащу как могу. Ни хрена себе. Никто мне не поверит. Кому я скажу, все мне не поверят просто. Ах ты, блин. Патроны. Так. Еще один. Где тут один был еще? Да блин, хотел его ножом убить. Ладно. Ах ты, блин. Не хочу его. Не хочу калаш. Калаш обычный, хрень. Так, давайте ношу. М4А1 возьмем. Ну да, смотрите, вот я сейчас VIP, я не админ сейчас на этом сервере, но VIP, но, ребят, даже 200 брони, это для меня, ну, круто, я бы сказал. Если тогда у меня было 10 тысяч хп у админа в первые раунды, это было, конечно, офигеть как дофига. Но, ребят, я все равно при убийстве получаю несколько хп. 10 хп для меня нормально, в общем. Ну, короче, когда мы обновим сервер, точнее, когда обновится админы, то есть я обновлю сервер, то вы сразу ну, точнее, не получите, а все изменится, даже могут ранги слететь на несколько дней, но все мы вернем, все мы сделаем очень даже круто. Про магазин кейсов сейчас. Прям сейчас в этом видео говорю то, что вот Нубас Кейсис, это не знаю, закрыть его, не закрыть, потому что скины там просто пропали. Просто скинов на Нубас Кейсис нету. Просто их нету. Они все потерялись на том аккаунте, и восстановить
его, наверное, не удастся. Но если удастся, я буду просто рад. Но пока что его никто не... еще не восстановил. Так, убили мы его. То есть, смотрите, вот какие нубы тут играют. Ну что ж, вот как-то так. Я уже снимаю 15 минут. Круто. Не знаю, стрим делать, не делать. Ну, вообще хотелось бы. Ну, не знаю. Потому что с такими скинами некрасивыми. Да, вообще позорно, конечно. Конечно, для того, кто... Куда вы стреляете-то? Никого там нету. Конечно, для вас, там, например, у кого вообще нет скинов, это для вас даже вот эти вот скины даже, наверное, крутые, вы скажете. Но для меня, ребят, эти скины просто, ну, некрасивые, не крутые, никакие вообще. Ох ты, блин. Да ты достал меня, слушай. Кто там? Есть-то. Опа, спасибо. Побежали. Я даже знаю, где они. Не поверите. Я знаю, где они. Уже без ВХ, я уже, не знаю, выучил все карты, где могут прятаться враги. Вообще, просто везде. Я выучил каждое место, где находится любой враг, который находится в игре Counter-Strike Global Offensive на любой карте. Ну, кроме тех, которые модовые и с модами, которые, ну, типа там, я не знаю, даунтауна в версии 2.0 и типа других. Вот как-то так. То есть я все знаю, я все про всех знаю, я стреляю прямо по хедшотам, я реально старался. Вчерашний день я не выкладывал видео, потому что, ну, как вам сказать-то так. Я тренировался, вы не поверите. О, ну Бас тренируется, играй в CSGO, он же мастер такой. Прям, ну, хотя ладно, я не такой уж мастер. Ну, ребят, я вам скажу то, что любой профессионал должен, ну, не знаю, тренироваться каждый день, может, так сказать. Потому что, когда я не снимаю видео, или долго не снимаю видео, значит, что я могу делать только? Или я чем-то занят глобальным, какими-нибудь записями ВКонтакте, или чем-нибудь еще. Или просто я занимаюсь там, я не знаю, тренировкой своей, или что-то типа того. Да уж. Ну, мочить, конечно, всех очень даже, ну, можно сказать, прикольно, потому что мочить я могу полностью всех и любых игроков. Потому что я так натренировался, то что я по любе попаду в хедшот. Не по любому, а по любе уже говорю. Так. Потому что все это очень даже просто. И играть с этим всем даже очень просто. Смотрите. Эй. А, хотел я его убить, ну ладно. Вы видели, он даже меня не заметил, этот вот парень. Одинаковые скины, круто. Ну короче, ребят. Вот как-то так я вам могу это все объяснить, то что все у меня там все слетело, все изменилось. Так, давайте теперь попробуем поиграть с этой оружием. То есть с VIP-админкой, ну не VIP-админка, это просто VIP. Ну с VIP-игроком на моих серверах, я не знаю, админ, который потерял админку, и теперь он играет на VIP-серверах, это что-то реально новое. И в КС-ке, наверное, такого никогда не было. Ну, ребят, блин, в своих случайно стрельнул, ошибся. Реально, блин. Где он там? Граната. Спасибо. Ребят, мы добавили... А, хотя вы, наверное, знаете уже. То, что мы добавили в игру 3 гранаты, это уже давно известно. То, что 3 гранаты у каждого игрока теперь будет. Реально, это как бы... Очень даже круто, мне так кажется. Так, здесь никого нету? Хотя прикольно. О. А, ладно. Хочу еще. Опа. Все, нет патронов. Берем УСП-шку. А, блин, случайно, брат. Извиняюсь. Что я могу сказать? Если... Ты что, меня не стреляешь-то, блин? Че стоишь-то? Я думал, ты свой вообще. Охренеть. Я не знаю. Какими можно быть дебилами? Стоит около тебя КТшник. Твой враг, а ты его даже убить не можешь. Офигеть, что за игроки? Смотри, даже это, что он делал? Вот что он делал, я его просто убил из УСП. Охренеть. Пушка, конечно, офигеть, какая не очень вообще. Ребят, ну, что я вам могу сказать? Все одинаковое, то есть ничего не поменялось у меня. Теперь у меня просто стандартная квесточка.
Ну что ж, я могу вам сказать то, что, ну, конечно, обидно, еще раз говорю, то, что скины пропали, и игра началась заново. Но самое обидное, то, что я опять Сильвер, это самое, вот, не знаю, обидно, не обидное вам будет. Но я реально Сильвер, и я опять он. Вы не поверите. И кто меня стреляет, я не понимаю. Ах ты, гадина. Ну ладно. А, блин, свои, я уже путаю их, если честно. Блин, ХП нету, я же випка, я же не этот, не админ. Блин, я забыл. То, что у меня же 100 ХП, как у всех, у меня только броня. А когда падаешь, ХП же снимается. Блин, ЮСПшка самая красивая. Так. Давайте так сделаем. Давайте, если вы мне наберете на моей аватарке ВКонтакте 100 лайков где-то, хотя у меня там есть уже 100 лайков. Если вы наберете там где-то, ну, еще 100 лайков на моей авке, то вы получите, точнее не получите, я в следующем видео скажу ваше имя, кто, кто играл, а как и... Кто лайкал, всех назову, все тысячи человек, хотя да, это будет сложно, кто лайкал, потому что лайков, конечно, дофига, ну ладно, последние 100 назову. Если после этого я вас назову и сразу сделаю 10 убийства ножом, то есть если вы мне лайкнете аму, я 10 раз убью всю команду, то есть не всю команду, а 10 убийств сделаю ножом. В игре в этой. Так, мне это, конечно, оружие надоело. Если что, блин. Я уже все скидываю, ребят. Потому что реально так играть невозможно. Я сейчас уже буду с этим играть. С одним ножом, блин. Блин, извиняюсь. Б или А? Ах, хрен знает его. Уже, конечно. Ребят, на тот вопрос... Вот я сейчас играю и одновременно читаю комментарии. На тот вопрос, ты реально профессионал или ты читер? Я даже не знаю, что вам ответить. То, что я уже и был читером, я и профессионал. Я читер только скачал, когда уже стал глобалом, и играть реально стало скучно. А так я всегда играл честно, если честно. Что-то очень много слов честно. И мало слов других. Ну, в общем, играл я реально всегда честно. Я только вот сейчас уже скачал, так сказать, читы. Ну, ладно, давайте возьмем наш опять, не знаю, фамас не хочу, да, я уже ничего не хочу, если честно. Вот у меня самое любимое оружие, которое у меня есть. Ребят, кто сейчас мне хочет, меня хочет увидеть за Т-команду, пишите комментарии, так как я теперь полюбил команду КТ, потому что... За Т меня забанили. Теперь я играю только за Т. То есть КТ команду. За Т я редко теперь стал играть. Если я тогда чаще играл за команду Т, теперь я играю только чаще за команду КТ. В общем, я вас, наверное, запутал, но основное понятно уже. Короче, сейчас мы попробуем. Ну, не знаю, попробовать или не попробовать. Я даже не знаю. Да, наверное, попробовать. Потому что с такими дебилами, точнее, не дебилами, ну да, вообще можно так их назвать. То, что серьезно, смотрите, вот что они делают? Что они делают? Вот что это за команда-то? Что такое-то? Что за команда? Вот смотрите, я их всех сразу замочил, офигеть. Да, это было, конечно, сложно. Хотя для меня сложного вообще ничего нету. Короче, ребят, я не знаю, короче, как я буду дальше играть в КС-очку вообще во всем. Еще раз повторяю, я реально профессионал в игре CS:GO, вообще в КС-ке, во всей. И может быть еще в других играх от первого лица, и где надо кого-то убивать. Там я тоже профессионал, но я чаще всего играю в CS:GO. Вот говорю вам. Потому что был вопрос такой, играю я в какую игру чаще всего? В CS 1.6, в CS Source или в CS GO? Я отвечаю вам то, что я играю чаще в игру
CS GO. Это CS Global Offensive. Кто не поймет. Потому что здесь у меня были когда-то скины крутые, но сейчас их нету. Вы знаете почему? А, дофигища раз, я не буду вам это объяснять. Еще один, который вообще я не знаю, чем вообще они играют, жопой что ли? Раз они ни одного игрока не могут убить, офигеть. Вот смотрите, я их просто могу сейчас взять, хопа. Троих убил. Потом так подбежал. Нет, не подбежал. Так. Да, ну... Ну, особенность понятна, то, что я подбежал, убил. То есть, я тащу команду всегда. Потому что из игры, конечно, здесь бывают на сервере такие крутые профессионалы, но чаще всего это бывают... ну, не знаю даже, как сказать. Ну, читеры, короче. Я вам говорю то, что я буду создавать читы для игр, но я не буду ими никогда пользоваться, потому что читы это, я не знаю, как это, не зло, а как... Я реально читерить больше не буду, потому что мне хватило одного раза то, что меня забанили за ваг, потому что это было реально обидно. И за кадром, после этого видео, я не знаю, я так сильно обиделся, можно сказать. На КС-ку, на компанию Valve, на Steam, то, что теперь у меня КС-ка просто с одиночной игрой, без сетевой... И я реально обиделся. Ну, кто, ну а кто бы не обиделся, если у вас взяли просто и забанили в КС-ку вообще, считайте, ни за что. Хотя нет, за что. Есть за что, точно. Ну, я сейчас просто, хопа. Давай-ка. Давай-ка. Хопа. Ну смотрите, они в меня даже попасть не могут. Ну что это за команда, которая попасть... Они, смотрите, они в друг друга. Он убил себя. Вообще, что за дурак? Ты дурак вообще, что ли? Я не понимаю. Ты вообще дурак какой-то. Они друг друга убивают. Конечно, круто было поставить на сервер MP Friendly Fire. То есть, я не знаю, это просто офигенно. Вот честно говорю. Ну, не знаю, ну... С такими скинами играть возможно вообще, если честно. Это даже круто можно назвать. Но... Не знаю, ну... Самое обидное не скины, то что я покупал там дофига скинов, точнее не скина, а вот эти вот как ее кейсы я покупал. Самое обидное то, что я опять сильвер, я столько убил времени, столько минут в игре, то что я теперь опять сильвер, из глобалов сильвера, это просто вообще, мне заново приходится учиться, короче, играть. Но так как я уже не сильвер, сейчас в игре в данный момент, я уже, ну, почти что уже тоже до глобала дошел. Я сейчас уже это супернова. Третья, блин. Почти что уже почти до глобала еще добегу уже. Потому что я играю постоянно, ну, считайте, 24 часа, иногда ухожу по делам, ну. Но. А так я часть времени пытаюсь восстановить. Не молодость, а как. Ну, короче, понятно, игру восстановить. Ну да. Ну, конечно, реально обидно. Потому что пропало все, все сохранения, все мои карты, бинды, все. То, что я забиндил всякие там консольные команды для моего сервера, типа там каких-то банов. Теперь это все реально пропало и приходится опять все заново делать. Ну, ребят, новые сервера я делать не буду, я просто перенесу админку на мой второй аккаунт. А с первым аккаунтом я даже не знаю, что буду делать. Ну, наверное, я его постараюсь как-нибудь разбанить, если это возможно. Если надо мной компания Valve не будет ржать просто. Ну, точнее, так как-то. Так. Насчет Ютуба теперь, ребят. Вы просто сейчас не поверите, то, что я скажу. То, что... у меня стали воровать видео в Ютубе. Там про КС-очку, про всякие другие видео. И я решил на них, короче, пожаловаться Ютубу. Так они вообще, считайте, чуть меня не забанили аккаунт. За то, что я просто пожаловался на того человека, который реально украл мое видео. Я тогда реально тоже обиделся, потому что как так-то? Видео мое, а чуть не забанили меня опять. Так, опа. О, все с ножами, блин. Давай-ка. О, нет. Прячься. Да. Кстати, кто не знает, здесь есть ямы на картах. Вот мой секрет, я вам сразу же... Все сейчас просто расскажу все мои секреты, потому что
Реально, наверное, всем надоело уже, то, что я от вас что-то скрываю. Я вам расскажу все. То, что у меня читы были Валхак, Банни Хоп, а им... ну, там дофига еще читов. Боты были, читботы у меня. Также у меня были еще, точнее не были, а есть. У меня есть Нубас чит. Это лично мой чит. Ну, как-то так. В общем, самое главное я вам сказал. Так, все. Ну, сейчас я играю без читов. И иногда в видео я играл без читов. Но так я чаще всего играю с читами. То есть, когда вы видите синие такие вот голубоватые ручки, то значит у меня читы типа ВХ и таких каких-то читов. Точнее, да. Опс. Давай, размень. Спасибо. Ну вот как-то так, ребят. Про то, что вот это вот... Вы говорите, то, что я реально читер. И читерю, у меня есть... вы так пишете в комментариях, типа, у меня есть чит на бессмертие. Да, он у меня есть, но это не чит на бессмертие. Это чит... Ой, не чит. Это админка, ребят. В админке есть бессмертие. God Mod называется. Админка есть на сервере, понятно? Я на других серверах не могу бессмертие использовать. И бессмертие я редко использую, потому что я реально хочу попробовать свои силы в реально нормальной игре. То есть без читов. Типа бессмертие, бесконечных патронов я стараюсь играть. Ну, а что ж я могу вам сказать? То, что вот про бессмертие я вам могу сказать, то, что это всего лишь ямы на картах. Есть такие места, можно это нуклипом проверить в одиночной игре, то что на каждой карте есть такие вот, ну как вам сказать, ямы не такие специальные. И в этих ямах можно прятаться, ну точнее не прятаться. Ну, там можно, короче, встать на нее, и вас не заденет ни бомба, которая взрывается, ни граната. Да вас вообще не попадет даже пуля. Вас не убьет и ничего с вами не делается. Ям здесь, конечно, на каждой карте дофига их. Вот я честно говорю, потому что я изучал все карты, все тактики, то есть я реально подучился уже играть. Точнее, это был не за день, это я уже давно подучился карты. Так что, ребята, это не бессмертие, это всего лишь ямы. Они находятся на каждой карте, ну почти что после каждой текстурки. Почти что. Но есть такие ямы, они бывают... И большие, и маленькие. В больших от бомбы можно спрятаться, их меньше всего, а в маленькие ни от чего не спрячешься. Иногда от пули спрячешься, но это просто случайность будет. Ну, а про бессмертие я вам говорю, это всего лишь админка, и я никогда в своих видео не использовал еще бессмертие. Никогда. Вот я вам честно говорю. Про читы другие говорю, то, что я не читерю. У меня читов других нету. Кроме... Опс. Взрывок. Йоу-йоу-йоу! Успел прям. Кстати, вот эта одна яма уже здесь. Кстати, вот в этом месте, вот в этом квадрате есть средняя яма, в которой можно спрятаться. Ну, все ямы я вам перечислять не буду, где они находятся на карте Train. Но, наверное, вы сами уже узнаете, погуглите, не знаю, в Википедии посмотрите все секреты CSGO. Может, вы даже в Ютубе найдете видео про ямы, где даже молотовы всякие не пробивают, ничего. Но видео точно есть, я их смотрел, точнее, не знаю, вы посмотрите, не посмотрите. Хотя, кому я рассказываю, вам вообще, наверное, пофиг на это. Ну, в общем, я играю реально как профессионал, и потому что, я не просто профессионал, который просто кого-то убивает там или что-то такое. Профессионал — это тот человек, который знает о игре все. То есть я могу там куда-то спрятаться, куда-то сесть, встать, в то место, где просто я буду невидимкой. Такие места в КС-ке тоже есть. Ну, в общем, ребят, это все можно погуглить, это все несложно найти. В Ютубе в том же забиваете, типа, как включить бессмертие, или там, как ямы в КС-ке, которые не пробивают пули там или чего. Ну, короче, вы все это можете в Ютубе забить и посмотреть видео. Видео маленькие там есть в начале, ну, и
Я бы советовал не смотреть первые видео, я бы средние на страницах, например, там, ну не знаю, 1, 2, 3 посмотрите страницы и все, а дальше уже там видео не такие уж крутые будут. Вот я советую вам смотреть на середине первой страницы, там, ну, такие вот интересные видео иногда бывают, даже, может, можно чего-то научиться о средних видео, но... Не часто такое бывает. Так что, если вы там смотрите, ну, например, меня, Нубаса, там, или кого-нибудь еще, типа, там, ну, я не знаю, кого, я не буду рекламировать еще каналы чужие. Блин, своего попал. Ну, например, вы смотрите какого-нибудь еще человека, который играет в КС-ку. Например, он тоже профессионал, ну, типа профессионал. Вы тоже можете посмотреть у него видео. У каждого, наверное, игрока в КС, у которого есть канал, и которые снимают дофигища видео, и у которых дофигища подписчиков, у них, точнее, должны быть видео про ямы в КС-ке, про читы, про всякие другие вещи. Это у каждого, наверное, на канале про КС есть. То есть это все есть, это все можно найти, и все это даже очень даже просто. Ну что ж, ребята. Давайте еще чуть-чуть поиграем здесь, на этом сервере, и я зайду за Т. Точнее, давайте, после этого раунда я точно зайду за команду Т. Ну что, ждем. Так. Так, на какой-то еще я вопрос хотел ответить. Не помню, на какой. На какой-то хотел ответить. Да, я, конечно, тащу вообще. Да, это еще, конечно, офигенный. Так, на тот вопрос, почему я теперь не играю с Pro Channel? Вопрос, конечно, очень даже крутой. Но дело в том, что Pro Channel реально без меня играет, и с ним, конечно, играть не очень. Ладно, сейчас зайду за Т. Итак, друзья, мы зашли за команду Т. Набираем пушечки. Давайте наши... давайте глок оставим, ладно. Это не хочу пользоваться. Револьверы это хрень, я так понял. Так, проверяем наводочку. Сейчас, подождите. Так, просто я здесь немного делал кое-что на сервере. И не успел проверить, меня забанили за ВАК. Ну, можно сказать да. Смотрите, как точно. Я просто изменял текстурки немного, но это я не протестировал, и это почему-то не включилось в игру, потому что должны быть при выстреле такие, ну, все изменено, короче, быть. Но ничего не изменилось, потому что что-то не сохранилось, ну, короче, все хрень. И все из-за того, что меня забанили. Блин, своего опять попал. Я забыл то, что я играю теперь за Т. И, кстати, у меня бомба-то. Так. Так, окей. Сейчас заплентим. Бомбочку. Сейчас мы заплентим нашу бомбочку и попробуем поиграть с ней. Так. Так. Какие-то подписчики лазят, блин. Вообще достали, если честно. Сейчас если его... Точнее, он позвонит мне еще раз. Вот это вот. Парень. Я реально его в черный список брошу. В скайпе. Так. Так, ну давай-ка. Поиграем. Что там с бомбочки-то? Так. Так. Так, окей. Так. Так. Что-то я вам хотел, короче, еще показать, но вряд ли, наверное, до этого момента кто-нибудь досмотрит. Хотя есть такие люди, которые досматривают все-таки. Хоть какие-то, наверное, есть. Да ты задолбал! Да достал ты, сам ты зеленый. Говнюк. Хватит мне писать. Кто ты такой вообще, я тебя не знаю. Как ты вообще добавился ко мне? Я таких людей странных не добавляю. Кто ты такой?
короче, забудем. Ребята, идем сюда, прыгаем сюда. Окей, гоу. Опа. Я случайно своего попал, но это ничего. Потому что мы сейчас идем тащить командочку. Опа. Что-то залагерили. Лагеры. Убиваем лагеров и прыгаем вниз. Тут нас ждет сюрприз, потому что мы хп не теряем, а прыгаем на игрока. Здесь мы убиваем еще одного, кидаем в одного очень хороший, ну как его назвать-то, дымовуху и, короче, убиваем ножом. Это даже очень круто, потому что я профессионал. Я очень часто сказал про слово профессионал, но, ребята, это все понятно, потому что здесь Ленин. Ленин, если я не ошибаюсь. Или это какой-то другой мужик, Волжин. Нет, вроде он. Ну, короче, не знаю, карта мне понравилась. Что я могу сказать еще? Да я вам говорю, никто не досматривает до этого момента видео. Потому что реально я хотел сегодня дофигища моментов рассказать. Но вряд ли кто-то досмотрит. Потому что я это видео даже не монтирую. И вот секрет. То, что некоторые свои видео я просто не монтирую. И некоторые кадры просто попадают на экран. Да, я извиняюсь, но, ребят, реально, вы попробуйте целый час видео отмонтировать. И когда вот это сохранение идет, вообще, вообще задолбаешься ждать, пока у тебя все это загрузится. Так. Ну, а тебе, смоук. Так, смоук. Подействовал. Так, еще один смоук нужен. Так. Опс. Так, прошелся. И еще в одного. Так, окей. Заходим в смоук. Берем гранатку. Так, берем ножик. Гранатки нам пока не нужны. Этот наш игрок вообще. Так, сюда мы прыгаем. И сюда вниз запрыгиваем. Здесь у нас будет враг. Точнее, где он был-то? Что-то я его не увидел. Ладно, давайте заплантим бомбочку. Блин, где она там есть-то? Вот она. Запрыгиваем сюда, и можно здесь заплантить бомбу. Нет, нельзя. Здесь можно. Так, все. То есть, вот так вот можно поиграть. Еще, кто хочет посмотреть видео, нарезка, монтаж, про убийство моей в КС-ке, в новой моей, пишите в комментарии, я все комментарии читаю, и в следующем видео я обязательно сделаю опрос-ответ. Точнее, не в следующем, но в видео точно я сделаю. Вопрос-ответ там, ну, про всякие разные вопросы, которые вам нужны. Я отвечаю на все вопросы в прямом эфире, но это, короче, все понятно. Я поставил бомбу. Так, ладно. Окей. Так, ну где они? Это спавнер, да? Я так понял. Окей. Ну куда вы идете, ребятки? Ребятки, ну вы что, совсем что ли? Три гранатки, спасите меня. Давайте. Давайте. Давай. Да как так-то? Чё, разменил что ли? Капец, он разменил ее. Я старался, ребят, я правда старался, я не знаю, как это получилось, но... Так, ладно. Так. Не знаю, показать вам что свои скины, я не знаю уже. Так, не знаю, что вам уже рассказать-то. На 40 какой там минуте-то? 44-й минуте? Давайте ее сюда поставим. Тут ее вряд ли кто разменит, хотя есть такие люди. Давайте. Опа, ямочка. Давайте, кто там у нас? Какие у нас там люди? Я в яме стою, ребят. Я сейчас в яме в данный момент. Хотя нет, прострелила. Прострелила, ребят. Яма здесь находится, если вы уже видели. Потому что яма реально находится там. Да уж. По хэдшотам. Круто.
Короче, я вам сейчас покажу последнюю яму. Кто наконец-то досмотрел до этого момента, я вам скажу, где третья яма на этой карте. Она довольно-таки, ну, не огромная, но такая средняя, тоже на которой, наверное, интересно будет поиграть. Следующее видео про ямы я обязательно скину. Яма находится, ну, где-то в районе вот этого вот колодца. Яма, как вы видите, размером с колодец, и там внизу хрен вас кто прострелит. Видите, даже баг. Когда вы подпрыгиваете, немного вот, ну, не знаю, отлетаю я немного, да? Смотрите, вот. Вот, видите? Немного подлагивает. Если, смотрите, я отойду вот так вот. У меня спокойные прыжки, видите? Я могу сколько захочу прыгать. А когда мы идем сюда, то у нас вот такой вот немного баг идет. Вот так вот можно определить яму в игре. Так, давайте пойдем дальше, ребята. Что у нас там осталось? Так, как же мне нравится это делать. Круто. Так, пошли дальше. Так, кто у нас там есть? О, у одного убили уже. Так. Что там? Ау! Я случайно тебя не убил. Давай-ка. Так, и ножом кого-то. Ножом кого-то должен убить. Давай. Опс, 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 опс. Короче, эти ямы всегда бывают в местах, которые похожи на колодцы, на какие-нибудь помойные ведра, на компьютеры, возможно, валяющиеся где-нибудь. Оу, MP Friendly Fire рулит. Однушечка. Давай-ка. Давай. Тон-тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон. Так, вот тогда мы играем. Во всех колодцах, короче, ямы. Вот, все. Я вам все сказал. Так, ладно, сейчас все посмотрим. Ну так, ребят, короче, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал NoBuds. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии. Хотя там какие комментарии? Там все отключено, ребят, уже давно. Пишите ВКонтакте мне, подписывайтесь, пишите в комментарии ВКонтакте. Ставьте лайки, и я сделаю 10 киллов ножом. Ну, короче, понятно. И, короче, всем удачи и всем пока.